Ребенок сегодня едет в клинику на дополнительный осмотр и возможную операцию. Все будет зависеть от Сергея Баркова, от хирурга с золотыми руками, от нашего хирурга, собачьего и кошачьего, настоящего. Честно говоря, друзья, когда Барков сказал, что есть подозрение на перелом шейного позвонка, я очень удивилась. Малышка пыталась кушать, пила и держала головку. А он сразу сказал, есть подозрение на перелом одного из позвонков. И только послушав врача, которому я привыкла доверять, я согласилась на КТ. И, как видите, врач оказался прав. У малышки поломан один из позвонков, и эти осколки необходимо убрать, пока они не вызвали воспаление или не перекрыли работу спинного мозга. Эти осколки необходимо удалить. Господи, ребят, я так надеялась, что мы обойдемся сломанными ребрами и что у ребенка будет шанс быстрее поправиться. Хотя ребра сломаны с сильными сдвигами, но Барков сказал, что ребра не трогаем. Они потихонечку сами подтянутся мышцами. Ребята, как же это трудно, как же это тяжело. Перед вами Мальта. И мы продолжаем борьбу за ее жизнь. Вы с нами, друзья. Отзовитесь, пожалуйста, те, кто любит животных. Те, у кого есть свои животные. И не дай бог представить даже вашего любимца на месте этого ребенка. От имени вашего любимого ушастого друга. Отзовитесь. Помогите Мальте. Поделитесь с ней капелькой своего сердца и добра. Спасибо вам всем, друзья. После операции я обязательно сообщу, как Мальта будет выздоравливать и как она будет себя чувствовать. И помоги нам, Бог, друзья. Помоги, Бог, пережить все самое страшное в этом мире. И в отношении животных, и в отношении людей. Спасибо за дружбу. Спасибо за понимание. Спасибо за вашу поддержку. Спасибо вам, друзья, за то, что вы просто рядом. Храни вас Бог.